Здравствуйте, товарищ Рыбалов. Сегодня вашему вниманию хочу представить небольшой обзор на такую приманку, как Rainbow от компании Freeway. Компания Freeway, их продукцию, точнее, использует достаточно давно, и она мне нравится по нескольким причинам. В основном это низкая стоимость, высокое качество и непревзойденная уловистость. Их и приманки, не спорю, повторяют более именитые бренды, но стоят они достаточно, по сравнению с ними, очень низко. И, на мой взгляд, зачем платить больше, если можно получить за меньшие деньги очень уловистую приманку. И такой приманкой является в данном случае Rumble. Это двухсоставной воблер, широкотелый, очень реалистично свои формы тела имитирует реальную широкотелую рыбку, то есть имеются 3D глаза, жаберные крышки, плавнички, хвостик. И она двухсоставная, не имеет никаких лопастей, приманка тонущая, длина ее составляет 61 мм, весит она всего 5 грамм, и рабочий горизонт проводки у нее от 1 до 1,5 метров. Несмотря на то, что приманка безлопастная, у нее очень интересная, завораживающая игра. И не только на мой взгляд, но также и на взгляд щуки и окуня. Эту приманку я люблю применять у стены камыша, чтобы выманивать хищника из засады. Приманку целесообразнее использовать на рывковой проводке, то есть с рывковой анимацией. И как раз, то есть, проводка заключается в том, что коротенькие рывочки, и приманка начинает ходить из стороны в сторону с небольшими покачиваниями. И, соответственно, в такой проводке следует делать паузы. На паузах приманка начинает тонуть со средней скоростью, что позволяет ее заглубить в тех местах, где это возможно. Если ловите на более мелком участке, то паузу можно делать покороче, и приманку можно провести буквально, хоть и указано, до 1 метра, то есть от метра, то есть в полуметре никаких проблем. Как я сказал, приманка отлично ловит щуку, окуня. Окунь попадается даже достаточно мелкий, но также крупные особи не обходят приманку стороной. Приманка имеет небольшую погремушечку, то есть такой вот шумовой эффект. Надеюсь, было слышно. Не слишком звонкий, не слишком глухой, на мой взгляд, самый раз. Так что советую обратить внимание на данную приманку и на производителя в целом, на их шикарный ассортимент разнообразных воблеров. Ссылку на приманку оставлю в описании под роликом. Также в описании под роликом вы сможете найти промокод, который предоставил интернет-магазин F-Magazine, благодаря которому, то есть промокоду, новые покупатели получат скидку от 5 до 15% на 100 и более разнообразных брендов. Таких как Lucky Craft, Lucky John, Aquatic, Pantone 21, ну и так далее. Не вижу смысла их все перечислять. Ну, на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. Данный видеообзор был подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.